Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Volkswagen Passat CC 2013 года выпуска. Двигатель 1.8 бензин, DSG, передний привод. Пробег на автомобиле 77 тысяч километров. Появился стук на переезде лежачих полицейских, неровности, именно когда два колеса отрываются вместе и приземляются. Просмотрели всю подвеску, сняли задний сайлентблок, он там вроде бы как двигался, по итогу оказалось все нормально. Протянули подрамник, опустили, раскачали, стук все равно есть. Давай смотреть, вдвое человек раскачивали, давай заглядывать везде. Банально, но такое случается, может быть даже кому-то это поможет. Сейчас покажу, что произошло. Вот, вывернули колесо. Когда раскачали, только потом увидели, снизу этого ничего не видно. Вот у нас стойка стабилизатора цепляет за край пластика, и вот этот стук, такое впечатление, как удар по кузову. Чтобы не быть голословным, можно будет вот сейчас раскачать и показать, как он стучит. Так вот он издает вот эти звуки. Впечатление, как будто там что-то отвалилось. Хотя все пересмотрели, все нормально. Сейчас феном нагрею уголок этот отогну, чтобы не цеплял. И все, вот такое случается. Кому-то это поможет. На этом все. Всего вам доброго.